Всем привет, меня зовут Евгения, и вы на канале Вкусно ТВ. Сегодня будем готовить вкусный салат, который называется пяс салата. То есть это турецкий салат. Если же вам интересно узнать, как его приготовить и его секреты, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и поехали. Итак, здесь у нас 2 стакана фасоли. Предварительно я ее замочила на ночь в горячей воде. Сейчас воду слила и поставила в кастрюльку. Где-то минут 10 буду кипятить. Снимаем пенку, и фасоль готова для дальнейшего приготовления. Итак, фасоль отварили и добавляем, пока она горячая, добавляем немножко уксуса. Совсем чуть-чуть и размешаем хорошенько. Не ждем, пока фасоль остынет, это нужно сделать, пока она теплая. Или уксус, или же добавляем лимонный сок, тоже пойдет. И все, сейчас оставляем фасоль остывать. Итак, наша фасоль остыла. Сейчас добавляем сюда мелко порезанный помидор. Так, здесь помидор. И добавляем луковицу. Луковицу не слишком мелко порезали, такими средними кусочками. Далее добавляем петрушку. Тоже просто средними кусочками, не мелко. И сейчас еще добавим яйцо. Вот таким образом порезали яйцо. Это может быть 2 яйца. И сейчас добавляем в салат. Посмотрите, какой красочный, невероятно красивый и интересный и вкусный салат получается. Сейчас добавлю еще зелененького лучка немножко. Можно без него обойтись, так как мы используем репчатый. Все, сейчас хорошенько перемешаем и будем заправлять. Таким образом можно украсить, сделать красиво. И сейчас капельку буквально можно полить оливковым маслом. Можно, конечно же, и другим растительным, которые обычно вы используете. Соль, все по вкусу. Все, ребят, на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам понравился этот салат, и вы обязательно его приготовите, потому что он тоже очень просто готовится, но очень вкусный. И посмотрите, какой он весенний, какой нарядный, какой красивый. На этом заканчиваю. Всего хорошего, приятного аппетита вам, и будьте счастливы. Пока-пока.